Ал тыныс алуға аяқ қолдың да көмегі бар екенін білесіздер ме? Біздің келесі жаттығуымыз соны көрсетеді. Тағы да экранға назар салайық, және де мүмкіндік болса, бірге қайталайық. Упражнение выполняется в положении сидя. Необходимо правое плечо опустить, при этом поднять левое колено вверх. Аяқтарыңызды. Оң аяқ, сол аяқ деп көтеріп отырасыздар. Точно так же противоположной стороной. Левое плечо опускаем, правое поднимаем колено. При этом надо совмещать с актом дыхания. Выдох носом, выдох, опускаем грудную клетку. Демімізді ішке қарай тартып аламыз да, сол аяқпен оң иықты иелеміз. Следующее упражнение выполняем положение сидя. Нужно сделать повороты влево и вправо. При этом дыхание остается носовое, выдыхаем ртом. Помогаем руками. Берем правой ладонью, обхватываем левый локоть и совершаем повороты. Вдохнули носом. Выполняем положение сидя. Необходимо пальцы рук положить на плечи. Делать будем круговые движения плеча и локтя. При вдохе делаем руки, отводим максимально назад круговым движением. Выдох обратно в исходное положение. Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя. Я выполню его стоя. Значит, нужно взять руки в замок, убрать за затылок, сделать вдох носом, выдох ртом. Все упражнения нужно делать медленно и не спеша. Необходимо при этом останавливаться и делать отдых. Рекомендуется делать упражнения по 2-3 упражнения, затем небольшой отдых.